121 общественная территория попала в губернаторскую программу «Решаем вместе» по созданию комфортной городской среды. Информацию сегодня обнародовали на сайте проекта. От Ярославля в предварительный список попало 18 объектов, по 3 от каждого района города. Лидеры распределились следующим образом. В Дзержинском районе наибольшее число жителей прежде всего желает обновить парк 30-летия Победы. В Заволжском районе предпочтение отдали зоне отдыха на проспекте Машиностроителей. В Кировском районе в лидеры вышел сквер на площади Труда рядом со стадионом «Шинник». В Ленинском – юбилейный парк. В Красноперекопском жители хотят приукрасить парк «Нефтяник». А во Фрунзенском большинство решили, что в первую очередь необходимо преобразить парк судостроителей. То, что сегодня определены территории по несколько в каждом районе, где наиболее, вот по мнению жителей, надо приложить именно сегодня усилия, вот это-то как раз и радует, потому что лучшего, наверное, консультанта, чем люди, те, которые живут непосредственно в местах, чтобы они определились, наверное, очень трудно придумать. Отмечу, стадия предварительного отбора парков, скверов и других общественных площадок завершилась 31 января. И до начала этой недели выявлялись лидеры. Однако, какие именно территории войдут в финальный перечень реконструкции, определят уже 18 марта. Но перед этим предстоит разработать дизайн-эскизы этих территорий и согласовать их с жителями. В феврале месяце у нас планируется проведение больших общественных обсуждений по наполнению этих территорий. Важно отметить, что из тех 121 территории порядка половины эскизов у нас рисуют студенты, старшекурсники, магистранты Ярославского государственного технического университета.